Добрый день, дорогие друзья, рад приветствовать вас в уголке любопытного геймера. Сегодня с вами я, Ичи, уже в пятый раз. Продолжаем проходить игру Бастион. Мы в последней серии зашли на карту, на так называемую миссию, и остановились на этом. Сейчас, собственно, мы продолжим проходить дальше. Уже с того самого начала, точнее, с того самого места, откуда закончили. Вот эту чуть-чуть повандальничаю на камеру. Соберу все, что тут доступно и недоступно нам. И пойдем. Кстати, да, мы же проапгрейдили. Так, 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 тут больше ничего не построится. Кристалл еще один упал. Это всегда полезно. Пошлите дальше. Так, первый герой, который хочет нарваться на наш опупительно-офигительный мушкетон. И про парня ничего там не сказали, как обычно это говорят в комментариях. Кто он таким был, там, по-моему, видимо, знакомство его закончились на этом. Заросший паром. Сейчас мы его малек очистим. Чувствую, я просто чувствую, что сзади, по-моему, кто-то у нас. Нет никого. Такое ощущение было, что сзади кто-то появился. Давай, давай. Come on. Вот так вот. Вроде все. Поехали. Ого. Ого. She sent some squirts crying home as she leaves port. Надо вытолкнуть было. Maybe Nelly knows the way to the core. Maybe she can slip right past all the clamor on the coast. Отлично, подбили все-таки. Так, чувствую я сейчас. Я так и думал. Так, это, наверное, щитом лучше работать. Nelly's just another windbag to those guns. Ай, 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 ай. Вот это фейл был. Shift 5 раз зажал. Так, ладно. Придется поработать. Уже кто нам опять. Вот так вот. Так. Еще раз выпьем водички. Давай, давай, давай. О, отлично. Отлично просто. То ли удар стал помощнее, то ли что, я не пойму. Ай! По-моему, я... Да, улетел. Далеко-далеко улетел. Вот этого, по-моему, лучше не трогать. Потому что они, гады, умеют летать. Это не в нашу сторону сказывается, черт побери. Хорошо, что он нас выкинуть не может с парома. Так, нет, я думал, мы сейчас пристегнемся как-то. Ух, нифига себе. Да, пристыковали все-таки. Только не так, как я ожидал. О, это хорошо, это нам поможет. Выпьем сразу. Блин, колодцев практически не стало. Это печально. Так, маленький какой-то гномик был. Не очень страшно. Так, это ладно. О, самонаводящаяся пушечка. Я, по-моему, свой же подорвал. Нет, не достает. Не достает. At least she picked a good spot for a break, 'cause the core's right there. Арсенал. Дают нам что-то поменять оружие, видимо, да? А что? Не знаю, мне все устраивает. Все окей. Разве что вот это я вот заберу с собой. Пошлите дальше. Очистим заранее, чтобы, если что, убегать можно было. Эй, так, вот это пока не возьму. Мало ли. Ага, это ядро, это уже конечный уровень. Так, все. Больше никого не будет тут. Пушечка. Еще пушечка, да? Блин. Вот и хорошо, сейчас там заодно запитаемся. Так, давайте ядро возьмем. Я так и думал, блин, что придется драпать сейчас. Птички, птички, птички разлетались тут. Нифига их тут. Так, а куда тут? Поплыли, поплыли, полетели, полетели. О, мне помогают.
Классно. Хоть кто-то мне помогает, блин. Дружественные пушки. Ну, тогда будем отстреливаться сейчас. Ох ты, паразит. Так. В следующий раз надо будет вот так сделать. Или зря я это сделал. Надо будет на более большие волны, наверное. Во-во-во, вот на вот этого товарища, чтобы наши пушки не уничтожал. Черт бы вас побрал, а? Так, стреляйте огнеметом. Так. Отлично. Ты паразит. Нельзя около пушек бегать, потом лучше по мне отпустить, я могу подпитаться. Ого, 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 ого. Слушай, сколько их тут много. Блин, сразу все пушки. Черт. Ой. А, тут можно по этим еще лазить. Хорошо, что корабль не ломается. Ненавижу тут такие моменты. Уже стал ненавидеть. Узкие. И не кувыркнуться, не про ним. Не сманеврировать, нифига ничего не сделать. Чувствуешь себя как закованным. Что за нафиг? Что-то взрывается постоянно. Странная какая-то штука. Ого! Он приземляется, конечно, тут четко вообще. Ничего не скажешь. Так, это, видимо, птица. Ого! Какая-то большая уж. Нифига себе она. А ну-ка, давай-ка. Давай, до свидания. О, еще одна. Ребят, ого! Раскаркались тут, блин. Блин, она атакует быстро так, что я не успеваю это улизнуть от нее. А ну-ка, ну-ка. Вот так тебе, падла. Будем знать. Вот. Оказывается, щитом от нее можно защититься. Блин, от стаи не получается уже. Со всех сторон долбит. И это учитывается. И давайте заглянем сюда. Так, тут у нас полезности всякие. О, особенно аптечки, это нынче редкость. Так, начать. Да, начнем. Понятно. После катастрофы вообще за гады стали. Так, что тут у нас? Что-то новое, что-то загадочное и опасное. Я подозреваю, что зря я это делаю. О, нифига себе. Пока у него жизни утекает, пусть они там дерутся, я потом такой, как Рэмбо, вхожу, такой хоп обоих. Вот так вот. Откроется? Не, не откроется. Как это не откроется? Я что тут буду? Эй, братиш, открой дверь. Черт. Что-то делать-то надо тогда. The city was the most beautiful place in the world. We all knew that. Понятно. Ага, кнопочку нажать. А тут нет, никак дальше. Все, да. But on the other hand, some folks just yearn to see the things they're told they can. Ого! Это новое какое-то, видать, при попах. Птички, птички, птички. Гадкие невелички, так. Что-то там еще было. Тут еще одна птица где-то летает, я точно помню. Да-да-да, гадюки. Нет, у меня мушкетон есть. Я вам всыплю сам, по самые. Так. Ну, чтоб тебе. Отлично. Все равно отстрелили. Секрили. Увыкаться опасно по этим штучкам. Ой, что-то. Нет? Яда никакого случая нету. Блин, а тут, смотрите, далеко идти надо, чтобы кнопку эту активировать. Переключить. Ого! Классно. Я думал, возвращаться придется назад. Музычка, блин, классная музычка.
That's the one. Прикольно. Ой, блин, нифига себе, это что, она стреляет еще по мне? Блин, даже говорить ничего не хочется. Просто послушайте. Гадким голосом даже не хочется портить такую музыку, блин. Шикарная вещь. Заканем сюда. Вокал великолепен. В общем, всем советую, друзья, в обязательном порядке. Те, кто музыку увлекается или просто любит хорошую, спокойную музыку, присмотреться к саундтреку данной игрушки, скачать отдельно и наслаждаться на офигенной акустике или в наушниках. Определенное удовольствие будете получать от этого точно. Я сейчас усну просто. Но надо, дорогие друзья, комментировать, иначе вы тоже уснете. А это не цель данной записи. Поэтому. Хотя можно и порелаксировать. Ничего в этом плохого нету. Главное, чтобы вам нравится. Ух ты, птица какая вредная была сейчас. Я даже не заметил, как она мне куцнула. Паразитка такая. Прям подпевать охота аж. Нам насчет туда вот зайти, посмотреть, что это у нас. Или нет, по-моему, там ворота же. А, да, тут еще одни ворота, значит, нам туда надо взять то, что нам дают. Ого! Так, будем считать, что так и надо. Не упадешь? О, криво. Слушайте, я его еще могу с его же этими отбить, если вовремя делать. Прикольно. Я думаю, просто отбиваться можно.
Так. Я думаю, наверное, вот эти бревнышки сейчас разрушить не будем. Хотя эти тут все летают, они. Вообще без разницы, по-моему, они могут облететь в любой момент. Сейчас мы... сюда нам надо будет идти 100 пудов, а тут надо будет, скорее всего, переключать и включить. Ну да, так и есть. Хорошо сделали, что вот не надо тудым-сюдым постоянно бегать. Сами перекидывают начало. Одной хватает, и его сам себя от своей этой умирает. Так, вот это, видимо, портал, это, видимо, конец. И, видимо, нам тут предстоит что-то взять, да. Suffice it to say, kid ain't coming home empty-handed. Журнал какой-то. Давайте посмотрим заодно, что это такое. Потрепанный журнал. Мемориал. Мемориал. Что-то закаленное. Нифига себе, тут понабирали, мы успели. Что-то закаленное. Материал для улучшения некоего оружия. Кусок камня, оплавившийся во время катастрофы. Закаленный в огне, он не боится жара. Видимо, какое-то новое оружие, которое нам предстоит еще в будущем открыть. Мемориал. Чертежи здания, в котором хранятся записи о деяниях прошлого и будущего. Просто нужно выбрать место, где его можно построить. Те, кто не помнит прошлого, обречены повторять свои ошибки. Где-то я это уже читал. Так, потрепанный журнал. Память, памятная вещь. Изношенный журнал, полный записи от руки на языке «Ура». Среди неразборчивых строчек также встречаются какие-то научные диаграммы, рисунки и математические формулы. Не думал, что я... Что в таком своеобразном мире бывают... Ух ты, кто же умирает? Что в таком мире бывают какие-то математические формулы, вообще точные науки. Я думал, он полностью построен на фэнтези, на такой выдумке. Прикольно, это она поет. Черт, как это круто. В общем, ребят, как вы поняли, советую, еще раз советую в обязательном порядке скачать саундтрек этой песни. Да и вообще всей музыки в игре. They'll be here before too long. Наконец-то он нашел девушку. We darn near celebrated when the kid got back, didn't we? Zolf never thought he'd see a fellow Ura again. We become fast friends. Calamity has that effect on people. But there was more to be done. There was one last core to find. Замечательно, друзья. У нас наш лагерь, наш бастион пополнился еще одним героем, который, ну, в отличие от этого Зульфа, я симпатизирую. Прекрасный, просто шикарный голос, который завораживает. Так, ну давайте посмотрим, что скажут все три героя. Потом попробуем включить ядро дополнительное, которое мы нашли. И, собственно, проапгрейдить еще раз наш бастион. Расширить его, сделать сильнее, могучей. Ну, начнем, собственно, с Зульфа. Да, я так и думал, что потрепанный журнал... Именно ему принадлежит. В смысле, не его, а вот именно ему отдать предстоит. Ну и посмотрим, что он скажет на это. The scientific journal written in Zolf's native tongue. He learned so much from it. Too much. Слишком много. Главное бы он не намудрил чего. If only I'd known half the secrets of the calamity were tucked away in that book, I'd have worked a translator right away. Одурить. То есть книжка еще не просто книжка, а ух, прям. Зия. Прикольное имя. Ух ты, тут много всего. Древние специи, значок шерифа и потертый журнал. Давайте с самого верха начнем. Most of the Ura never got a taste of Ceylandia's fine goods. Unless they were born and raised in the city like Zia here. Так.
значок шерифа. Girl tried to run away from home one time, but the marshals stopped that, didn't they? И последняя, потертый журнал. So many secrets in there, and she can't even read it. Her father's own journal. Журнал своего отца, понятно. То есть, видимо, ее отец был каким-то ученым, раз все так происходило. И, видимо, сейчас наше ядро будет как-то построено на базе вот этой вот певицы, на базе всяких вот этих штучек, зелий и тому подобных вещей. Давайте запустим. Kid surprised when I tell him there's only one core left. I shouldn't have believed it either. Еще одно ядро осталось достать. Странно. Так где же оно? Я вижу вон, смотрите, сколько кусков. Вот. Это почему-то мне кажется, тоже должно быть заполниться. И вот это вот. От одного ядра разве все может это восстановиться, если они по кусочкам останавливаются? Ну ладно. Одно так одно. Мемориал. Выбора больше нету. Ставим. Доступны новые службы. The memorial. Here a kid can pay respect to the old world and earn it in kind. Во как. The valediction. Just another one of my sketches. Nothing more. Так. Заслужите славу на испытаниях, зарабатывайте первый приз по необходимым, на необходимое количество испытаний. Награда. Прогресс. То есть надо будет 7 испытаний пройти с первым призом и получить вот эти вот прибамбасы. Понятно, это мы уже прошли, видимо. Да. Постройте мемориал. Убейте 10 или более противников одним выстрелом. Ну нифига себе. Хотя это, в принципе, если много-много-много-много накопить за собой этих... Брызг. Можно один выстрел действительно. У меня сейчас больше интересует, у нас вон 1000 кристалликов, и мы попробуем сейчас заапгрейдить что-то. Что-то заапгрейдить. 800 у нас доступно. Попробуем, может у нас там что-то есть дополнительное. Нифигашеньки, нету того, чего надо нам. Хинце, что такое? Богиня боли и удовольствия. О как. Садисты какие-то, блин. Враги будут бить сильнее. Ну да, разбежались. Говорят, что под своей волей вдова улыбается, а ее тело покрыто шрамами и царапинами. Не, нафиг такое. Я даже не представляю, что это такое, я не хочу знать. Так, что-то жилистое. Лук мы не используем нынче, так что, думаю, нам это не надо. Памятная вещь. Портативная телескопическая линза, используемая для наблюдения за звездами. Когда-то с закатанного пути открывался потрясающий вид на звезды, горы и море. Теперь остались лишь звезды. Я не представляю, для чего нам. Я думал, там будет что-то шероховатое для апгрейда нашей пушечки. Мушкетон, но, к сожалению, там этого не оказалось. Посмотрим. Арсенал, может, что-то новое добавилось. Да, и тут, к сожалению, тоже ничего нового нету. Окей, заглянем в винокурню. Возможно, у нас уровень. Хотя я не помню, что у нас его... Да, тоже ничего. В общем, ничего нету. Время еще остается. Поэтому можно попробовать... С ней больше не о чем поговорить. Можно попробовать зайти и попробовать себя силами попробоваться в каком-то из испытаний. Давайте вот это попробуем. С мушкетоном связанное. Я надеюсь, что нам будет попроще, чем прошлые испытания. Понятно, это будет что-то вроде лука, и это мне уже сразу нравится, потому что это будет проще, надеюсь. Ну нифига себе. Ну нифига себе, сказал я себе. Most marshals didn't get far on the first few tries. Wow.
Понятно. Блин. Had to catch a bunch of those gourds in a single shot. Вообще надо посмотреть. Funny thing about muskets. 13 выстрелов уже. Блин, много слишком выстрелов, чувствую я прям. И это будет недостаточно, скорее всего. Второй приз, ого. То есть тут достаточно. Достаточно. Есть что-то шероховатое, это полезно. Сейчас мы проапгрейдим пушку нашу. Что-то вонючее. Блин, теперь все карманы вонять будет. Ну, что к тебе. Полетели и заодно проапгрейдим пушечку. Замечательно. И, возможно, пройдем это испытание полностью. В всяком случае, это будет проще, думаю я. Так, она передвинулась, по-моему, да? Телепортировалась, ай-яй-яй. Так. Нам надо в кузницу, Да, в кузницу. Шероховатая. Что-то у нас снижает штраф за дальние выстрелы. Специальный приклад, позволяющий увеличить поражающую силу мушкетона на дальних дистанциях. И что там тут? Штурмовой приклад. Плюс 33 скорости при зарядке. А это? Снижать штраф за дальние выстрелы. Специальный приклад, позволяющий увеличить поражающую силу мушкетона на дальних дистанциях. Давайте вот это выберем, чтобы пройти испытание, а потом переменим вот на вот это вот. На 33 скорости. Вот так вот. Такими будем хитрыми товарищами. Так, и... У нас еще есть немного времени до окончания серии, поэтому мы попробуем повторно, думаю, пройти это испытание. Уже более эффективно его пройдем. Надеюсь, я на всякий случай. Так, давайте рискнем бросить вызов. Я даже не знаю, во что, куда стрелять. Одурить просто. Так. Можно в кучу как-то их согнать и потом одним выстрелом, по-моему, грохнуть. Вот да. Фак. What the fuck? Почему? Так, вот так. Блин, ради одной этой штучки. По-моему, мы сейчас заберем первый приз все-таки. Да, мы это сделаем. 7 выстрелов это чрезмерно мало. В прошлый раз мы... 8 выстрелов. Мы должны победить. Есть! Мы, по-моему, с огромным запасом. Дробный залп. Интересно. Надо бы посмотреть, что это. На боевых условиях. Или в боевых условиях, что будет правильней. Kid probably could have made himself marshal one day. Думаю, я, наверное, перезарядку даже стоит не брать. Прям такой мощный дробовик стал. Да, именно вот дробовик уже. Так. Ну, вроде все. Прошли мы дополнительные испытания. И сейчас, я думаю, тут у нас мемориали. По идее, как... А, 10. Ну-ка, ну-ка. Да, 2 из 7 уже пройдено полностью, да. То есть все испытания надо по максимуму пройти и получим дополнительный значок. Там. Мемориал именно. Ну, на этом, дорогие друзья, я закончу серию. Пятую серию, в которой мы заапгрейдили оружие, нашли новую замечательную героиню, певицу с прекрасным голосом. Наконец она в нашей мужской компании появился. Женский персонаж, что меня лично радует. В общем, всем не болеть. Покеда, друзья.